поселок Бешанковича сегодня занимает основной рынок по производству котлов на местных видах топлива. Идеально работает, работает на дровах, работает на щепе, на опилках, на торфу. Отходы, зольность минимальная. И вот представляем последний, новинка, можно сказать, последняя, это фильтр. Есть ли перспектива у этого изделия? Используется на котельных, и сейчас мы активно будем работать по цементным заводам. И вот эти фильтры, они прекрасно работают и прошли все степени проверок. Еще что горит, можно использовать, вот местные виды древесины, если речь не используется. То, что нам надо, и надо нам активно внедрять эти технологии. А то мы, под ногами у нас валяется топливо, а мы кланяемся, ездим за границу, дайте нам нефть, газ и так далее. Передвижная мобильная котельная, она сделана в Витебске на предприятии коммунальных котельных тепловых сетей. Основная задача в случае аварии либо на тепловой трассе, либо на самой котельной, мы можем выехать в течение часа, развернуть и сразу людям снять проблему. Мы используем ее? Используем. Эскалатор погрузчик Амкадор. Почему поставили? Потому что рабочая лошадка. Знаю машину, действительно. Мы ее очень любим, она всегда оправдывает свои задачи. Продукция, генерозавод вторичных ресурсов, штучная плита, которая делается из полимера и песка. По качеству достаточно хорошая. В чем преимущество? Вес первое, второе цена. Это продукция тоже, товарищ президент, производится. Все понятно. Значит, в ближайшие 2-3 года мы должны решить проблему сбора бытового мусора и переработки в то, что нам надо, что мы используем. Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Вот это одно из направлений, которым надо заниматься. И при том, ну, во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, мы очищаем страну, ну и потом это же и рабочие места, и это сырье для кого-то, для промышленности. Поэтому этим придется очень сильно заниматься. Я уже говорил, что Швейцария, богатая Швейцария, по 80-90% перерабатывают отдельных видов отходов. А мы там телепаемся, к 50 подойти не можем. Поэтому придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление. Очень много сделано в плане создания новой техники для работы ЖКХ. Это главное. Да, сегодня, ну, во-первых, техника мощная, техника не дешевая. И не все у нас в порядке с обслуживанием этой техники в ЖКХ, как и в сельском хозяйстве. Здесь связано еще с уровнем подготовки кадров, но это уже не будущее, это настоящее. Уже многие организации жилищно-коммунального хозяйства имеют такую технику. И без этой техники нечего разговаривать о порядке в жилищно-коммунальном хозяйстве.